Доброго времени суток, с вами NoRules, это прохождение Inversion. Итак, проходим в моем прохождении, это восьмая часть, эпизод просветления. Не знаю, начало ли этого эпизода или конец, но скорее всего начало. Итак, где это мы? Что-то я не понял прикола. Скажем так, потому что я дошел к тому моменту, где мы должны были прорваться к поезду, и когда я вышел, вот зашел, я сразу почему-то уже, я так понял, в поезде. Так что вот так сработал чекпоинтовая система, я так понял. Ну что ж, значит, так и будет. Потому спасибо, как назад парни. Я очень не полезно. Верну. Огромное место. О-о-о-о-о-о. Никогда еще такого не видел. Как а, нет, вот в принципе все нормально. Мы просто видимо, были где-то работали. Там, вот выше. То спустились вниз. Немного, в принципе. Я прошел. Надо быстро ходить. Скоро поезд. Бьем то, кто нужен. Сейчас входим! Раб не бьем, только груз. Как быстро будет? Да. Слава богу, все. Теперь нам только... Эй! Слышу шум! Черт! Нас засекли! Ну да. Засекли. По четкому. Дебилы, блин. Стали, показались. Блин, да что это за хрень? Пару тычек мне только что дал. И я уже при смерти. Получай, блядь. Ядрить твои помидоры. Граната хорошо рванула. Блин, опять. Я взорву их! На, сука, блядь. А, вот есть еще противники. О, это как-то нечестно было, что ли? Блин, да задрал ты попадать. Ой, блин, вот эти гады еще. Будем в ближнем бою пробовать как-то выносить. Так, есть. Пока что все хорошо. Раса готова. Пока рано радоваться. Кто знает, сколько их еще в этом месте. А я спокоен. Мы справимся, что бы нас там не ожидало. Так, базуки есть две штуки. Да, вот и посмотрим. Слышал, что он сказал. Вроде там повезут рабов. Посмотрим, так, куда он направляется. Сюда? Неохота туда лезть. Кто знает, куда ведет этот... Да мне... Ух ты, знакомый тип. Мы знаем, что с ним делать. Нет, укрытие! Ну да, еще один босс. От моей ки! Бери гранатомет! Слишком поздно! Много веса! Конец! Так, нужно поменять, походу.
меня есть идейка. Так. Стреляй гранатами! Погоди-ка. Умри, час! Не нравится, да? Сука попадает. Умрёшь от моей ки. О, беги, беги, беги. Твой час стал. На, блин. Что-то, конечно, херня урона только ему сносит. Умрёшь. Если б не это, то было бы все хорошо. Так, ну, большую часть я сбил. У тебя же гравлик, забросай его! Блин, а я что делаю? Ух ты ж! Нихуя себе он валит. Страдай от моей ки. Ох, ты ж еще промазал. Вообще хорошо. Так, и что делать? Так, одна граната у меня есть. Умри, граната пошла! Еще попал, ну вообще. Так, хотя бы щит активировать. Так. Дохлый номер. Против него я не знаю, как сражаться. Блин, ой. Да пиздец это. Умри, час. И чем его забросать, если на карте просто... Нас не остановить! Подцепил! Надо спуститься! Наслой! Получай, ну у меня... Другого выхода просто нет. Будем стрелять. У меня остается что? Только ящики бросать. Ближний бой вообще не действует. Хорошо. Дробовичок есть. Так, поменяем, может, будет хотя бы с него польза. Умри, час. И знай мою глаз. Оп, прячемся. Слишком поздно. Получай. Блин, закончились гранаты. Закончились базуки и все остальное. Ну да. Блин, что делать? Ага, вот что, блин. О, это было четко. Слишком поздно. А, не понравилось?
На, сука ебучая. Брось в этого гада, что покрупней! Быстро! Нихуя себе, он еще живой. Ой. Получилось. Готов. Да, не сразу я увидел, но все-таки получилось. Погрузка завершена. Платформа убрана. Уходит, надо спешить. Отправка в зону 143. Мне это все. Через 15 минут. Может, это единственный выход? Ох ты ж, блин, ну да. Понеслась! Что еще мне хватало? Этого дебила нам кинуть. Ну, взрывайся. Ну да, и по мне. Используй гравлин! Суки. Так, взрывать вот этих. Ой, блин. Твою ж ты, еще и стреляет кто-то там сверху. Сволочь! Блин, нужно его спасать. Ух ты. Спасибо. Вставай, друг. Так, все. Ну, моменты здесь пошли довольно сложные. Босс за боссом. Значит, уже ближе к концу игры. В принципе, подходим. Погрузка завершена. Так, взять оружие, платформа может быть другое. Уходит. Потому надо как спешить. То что-то мне не очень нравится. Мне единственный. Ты со мной? Я могу и один. Я их вижу. Так, патроны я взял. Вот и все. Пользоваться, я так понял, придется вот этим. Блин, я вообще у него нифига не снес. И защиту сделал он себе. Да. Надо встать! Блин, беги оттуда. Ху-ху-ху, заебали эти. Попали, иди! Ну что я сделаю? Дэвис, помоги-ка! Ты спас мне жизнь. Дай помогу. Буду должен. Спасибо. Вот это было хорошо. Только что. Еще пару раз так. Хотя бы. Разорви!
Ой. Не могу. Так, иду. Не забуду. Спасибо. Давай. Пошли. Ты спас мне жизнь. Порви на тебя! Заплатишь это! Всех убью! Оу! Так, думаю, все хорошо. Завалим их! На, сука. Кажется, это все. Есть. Давай, идем дальше. Да, было сложно, но я сделал это. Надеюсь. Если вы проходите, у вас тоже получится. И с первого раза. Так. Куда нам дальше? Ага. Надо открыть ворота. Похоже, другого пути нет. Так. Жаль, что здесь вообще нет никакой прокачки. Чтобы сделать больше запас от использования, как он называется, дравлинг. Вот. Вот этого жаль. Может, конечно, и есть, но я не знаю, мне почему-то вот так не попадалось. Плюс здесь вообще никто ничего не объясняет, как это делается. Так там что вот такие сторону. Дела. Так. Что-то патроны, походу, взял. Роб солнце! Телям не пскать на поезд! Так. Еще у нас... Не пропускают пулеметчики, но ничего, сейчас будем прорываться. О, прикольно попал на две сразу. Ой, блин, за укрытием не прячется. Ага, нам в принципе здесь не пройти. Вот что нам нужно делать. 10 минут. Вот так будем проходить. Приступим. Вот так, обойдем их сзади. Их тут тысячи. Хотят нам фланг заблокировать. Не суйся! Тут еще подошли! Получай. Какой-то новый бластер. Бластерное оружие. Не знаю, какая с него польза. Но будем пользоваться. Вау, это кто? Блин, кто-то попадает оттуда. Срочно валим! Так, еще одна пуля, и мой щит пропадет. Get back!
Блин, вот это что-то меня напрягает, что они не сразу умирают. Прикрой на секунду. Что нужно хорошо у них всадить. Мочи этих гадов! Отлично. Вроде все. Теперь надо разобраться с утрелками. Легко сказать. Чтобы дойти до турели, надо подняться туда. Оп. Так. Прячься. Так, 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 стоять. Так, хорошо. Думаю, пока что все получилось. Так, больше нет никого. Отлично. Черт! Помощь вызвали. Надо прорваться к турелям. Нам надо только продержаться до отправки. А потом уж отчет! Стреляйте, они близко! Вот, нормально. Теперь я немножко повалю их. Все, вам жопа, ребята. Ну, блядь, живучие капец. То есть видно, сколько в них с пулемета, да? Валю именно точно в них, и урон им вообще не наносится. Не пускай их, а то нам крышка. Хотя бы патроны бесконечные и плюс. Я так понял, пулемет не перегревается. Это очень хорошо. Получайте, получайте. Через 2 минуты. Вот как надо. Получайте, 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 получайте. Ух ты ж, сколько их там. Получайте, получайте, блин, они... Танк сюда, блядь, или это БТР? О, щитами, блядь, ну отлично. Отправка через минуту. О, суки. О, взрывчатые, блядь, камикадзе идут. Ёптыш. Отправка через 10 секунд. Давай, еще 10 секунд. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мы больше не можем их сдерживать, их слишком много! Бежим к поезду, мы прорвемся! И вот так мы прошли, похоже, эпизод как раз, ну, если все правильно, мы прошли очередной эпизодик. Куда думаешь, он едет? Надеюсь, мы на верном пути. Ну да. Ты же видел, что творится на станции. Уверен, едем правильно. Да. Да, ты прав. Мы явно напали на след. Мы найдем ее. Эй,
Сейчас главное врагов остановить. Иначе угроза никуда не денется. Можешь хоть весь мир спасать. У меня цель одна и только одна. Я хочу. Эй, а это что? Вроде маршрут поезда. А это что изображено? Эй, эй, Дэвис, клей-ка сюда. Внимание, поезд прибывает в зону 1-4-3. Оставайтесь на местах до полной остановки. Внимание, поезд в зоне 1-4-3. Через 30 секунд отправка в зону 1-4-4. Эл, давай быстрее, идем. Черт. Итак, что это за место? Кто их убил? Эти роботы? Ну, слава богу, что, конечно, поубивали эти роботы. А то стреляться надоело немножечко. Так, поезд уезжает, ты так понял. Подтолкни-ка! Подтолкни-ка, да. Может быть, подсади-ка? Было бы сюда логичнее сказать. Так, так, так. Зачем мы сюда бежим? А, ну да. Лютадоры уничтожены там. Да, очень видно, как они уничтожены. Ну уже вставайте, крысы. Блин, задрали. Попадают даже если прячешься. Куда, в принципе, здесь лететь? Оп, оп, оп. И запутался, куда лететь. Назад пути нет. Кто знает, что нас ждет в этой дыре? Так, начнем сюда. Опять эти ниндзя, блядь. Девки, в невесомости движутся. Ой, блин, еще и камикадзе. Так. О, они еще, блин, долетают и достают. Ёпты ж. Да твою ты ж. Ну, блин, почему не летишь дальше? Блин, да. Ебаные патроны. Блин, еще летает как-то. Ух ты ж, все, мне жопа. Ну я ж о чем говорил, в принципе. Да. И нет никакой, я бы сказал, хотя бы нормальной волыны, которая бы их выносила. Нет. Так, что это такое? Ну, может, это будет покруче. А то... то оружие просто дерьмо. Кто знает, что нас ждет в этой дыре? Так, ну где же вы? Так, давай дальше. Так, понятно, что сейчас будут эти суки лезть. О,
Ой, блин, это еще хуёвее. Ну уже, кто там еще идет? Ну вот, в принципе, и все. Да, убили. Ни одно оружие, походу, тут их не берет. Ни одно, это хуево, скажу я вам по чесноку. Так, и пройти дальше не получается. Назад пути нет. Кто знает, что нас ждет в этой дыре? Так, ладно. Ух ты ж! Вот сучка. Ну, будем вот так летать. Высматривать. Брать на живца. Вот суки, идут, ну. Ух ты ж. Суки. Так, похоже, все. Как-то я справился. Да. В невесомости, конечно же, все довольно туго. Перезарядки долго, блядь, идут. Пушек под конец нормальных нет. Так, ну вот куда нам? Ага, вот должен здесь проход. Опять летающие роботы! Бьют лютадоров! Похоже, роботы охраняют это место. Кто ими управляет? Так, что здесь есть хорошего? Нифига. Может, я не в ту сторону пошел? Попробуем другую. Угу, сюда не получается пройти. Ага, значит, я первый раз правильно пошел. Ладно, возвращаемся. Блин, а когда стоял первый раз, не закрывалось сзади. Ой, блин. Ну хотя бы против роботов это оружие хорошо действует. Так, главный, да ты что, блин. Ну все, да. Ну как и ожидалось. Чем дальше, тем больше сносят и быстрее валят. Ну ничего, сейчас будем пробовать и... Когда-нибудь же пройдем. Глядишь, друг друга перебьют. Так, меняем на защиту. Так как она нам пригодится. Нахер. Они сильны. У людов против них нет шансов.
Что заебали эти роботы? Ох ты, суки! Еще и уходят, блин. А эти мешают, блин. Обходят. На, сука. Давай, Дэвис! Он застрял! Стреляй же! Как, куда у меня жизни нет? Да, ну вот и все. Да. Хороший попался противник. И вообще эпизод. Я не знаю даже как сказать, скажем так, довольно напрягающий, блин, что ли. Ну ничего, сейчас будем еще раз попробуем. Неплохо. Будем пробовать, пока впереди, не пройдем. Ну, скорее всего, если я еще раз умру, в следующий раз я просто, скажем так, просто вырежу этот кусочек, чтобы не смотреть на мои смерти. Они сильные. У людов против них нет шансов. Так. Оп. Здесь просто, как-то скажем, запрятаться негде. Оружия такого негде, блин, где взять. Так, я и так это пытаюсь сделать. Ну вот, в принципе, видите, попадает с путочка. Сука, заебал ты. Замедли его гравлинком, Дэвис. Он слишком быстрый. Так, где он? Где-то там вышел. Блин, живучий. Ох ты ж! Ну да, отлично. Ладно. Ну что ж, ребята, продолжаем. Я промотал вот тот момент с этим роботом, где постоянно я умирал. В принципе, оказалось, победить его довольно легко. Только понять нужно суть, как это делать. Вот здесь есть базука. И при помощи ее я разнес стража. Так что движемся дальше. Хотя перед этим, если честно, я раз еще 20, наверное, умер. Поэтому хорошо, что я не делал никаких записей. А то это заняло около часов двух, наверное. Но немножко заставил меня этот робот попотеть. Но все же я это сделал. Что это? Так, вот сюда. Опять, похоже, будем летать. Так, ну уже давай дальше. Ты слышал?
Не нравится мне это. Так, куда это нам? Ага, вот эту сторону. Это место само себя ремонтирует. Никогда такого не видел. О, уже противники есть. Так, получайте, суки. А. Там еще один план. Пусть друг друга убьют, но сэкономят нам патроны. Ну, в принципе, да, логично. Вау, вы задрали. Так, будем мочить и тех, и тех. Роботы, бля, меткие заебали. Так, получай. Оп. Тогда не подлечиться немножечко хотя бы. Так, отлично. Не понимаю. Мертвый люд, роботы разбитые. Чё за херня вообще? Зачем они воюют друг с другом? Не знаю. Но похоже, что мы часть крупной войны. Нихуя себе. Роботы. Давай проверим терминал. Может, свет? Черт! Что происходит? Твою мать. Что это значит, Ди? Да, картинка. В поезде. Что это, черт возьми? Мы же в космосе. На космическом корабле. Если мы в космосе, тогда как мы сюда попали? Этот поезд или шаттл, он нас привез? Наш мир, наша Земля. Где это все? О нет, нет. Смотри туда. Ты понял? Не может быть. Мы там живем. Наш дом — это купол. Купол на космическом корабле. Боже, ты прав. Как мы могли не знать? Мы идиоты, Дэвис. Вся наша жизнь — это долбанная ложь. Идем, Лео, успокойся. Поверь, все будет путем. Каким путем? Не надо меня успокаивать. Какого черта мы воюем? Чтобы отстроить сраный купол на сраном НЛО? Какой вообще в этом смысл? Лео, возьми себя в руки. Так. Смысл в том, чтобы я нашел свою дочь, а ты должен мне помочь. Нет, Ди, не найдем мы ее. Опомнись ты! Заткни свой рот, Лео! Она там. Идем за ней. Слушай, Ди, извини, я психанул. Ты прав. Давай отсюда выбираться. Мы и так здесь долго просидели. Так мы что, пойдем за пришельцами прямо в их этот... купол? Да. Поезд, кажется, ходит между разными частями корабля. Давай пойдем и посмотрим, что будет.
Остальные вопросы решим потом. Хорошо, Ди. Я с тобой. Показывай дорогу. Да, интересный, конечно же, поворот событий. Ну, посмотрим, что будет дальше. Тут лифт. Посмотрим, куда он едет. Эй, а ты где? А, вот. Итак, на этом, думаю, как раз завершим. А дальше уже будет новая часть. Если вам понравилось прохождение, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и всем пока.